В Магнитогорске готовится к открытию новое помещение для проекта «Солнечное притяжение», в котором сегодня задействовано более 200 детей с особенностями развития и различными нарушениями здоровья. Пока дети, педагоги и родители ютятся на 40 метрах. Недавно спонсор выделил просторное помещение. Волонтеры помогают с ремонтом. Дело за мебелью. Как сделать так, чтобы новоселье прошло как можно раньше, расскажет наш корреспондент. Елена Новикова привозит 5-летнюю Станиславу в Центр поддержки семьи практически каждый день. Здесь с детьми занимаются психологи и педагоги. А еще, что немаловажно, говорит Елена, она сама в центре получает огромную поддержку. Здесь мы встречаемся с такими же особыми мамочками особых детей, где мы, собственно, делимся опытом воспитания, ну и, соответственно, всеми проблемами, которые возникают. Кто-то, допустим, делится секретами, как борется с нежелательным поведением детей, какие навыки самообслуживания уже есть и как, допустим, они к этому пришли. Так как детки все непростые, у кого-то синдром Дауна, у кого-то аутизм. Проект «Солнечное притяжение» работает в Магнитогорске 2 года. Дети, родители и педагоги ютятся в этой небольшой комнате. Здесь умещаются максимум 5 ребятишек за раз. Всего же в центр ходят 230 детей с особенностями развития. Кроме того, здесь же проходят занятия для родителей, работают юрист и психолог. И, конечно, при такой загрузке и маленькой площади не удается реализовать все направления деятельности. В новом помещении возможности заметно расширятся. Там будут хореография, там будут различные мастер-классы на развитие моторики, психологи будут работать, дефектологи, логопеды. Это будет центр, где все в совокупности бесплатно получать будут помощь родители и дети. С ментальными нарушениями это такие дети, как дети с синдромом Дауна, дети-аутисты, ДЦП, ну и различные другие нарушения, слабовидящие, слабослышащие дети. 80-метровое светлое помещение по адресу Помиловского, 5, центру предоставил спонсор. Здесь уже подходят к концу ремонтные работы. В планах у нас здесь сделать зеркальную стену, мягкий пол. Это будет зона хореографии и йоги. Здесь у нас будут стоять стеллажи, столы, стулья. Это будет зона, где будут заниматься дети и где будут заниматься родители. А еще будет зона релакса, уголок психолога с мягкими креслами и даже кухонная зона, где детей будут учить готовить. К слову, ремонт тоже делается за спонсорские деньги. Люди принесли материалы, группа волонтеров в свободное время приводит в порядок помещение. Александра – член общественной организации. Они с коллегами приходят сюда в свои выходные. Шкурят и выравнивают стены. На очереди покраска. Я считаю, что каждый человек может внести частичку добра в этот мир. Поэтому вот захотелось помочь. Сегодня центру необходимы стеллажи для книг и игрушек, столы и стулья. В будущем зеркала, мягкий пол и проекторы. Помочь детям и их родителям раньше оказаться в этом новом помещении может каждый. Меценатов ждут в доме для мамы на Галиулина, 19. Юлия Черешнева, Егор Суханов, телекомпания ТВИН.